Ну что, в приветствую. Мы продолжаем проходить прототип, да, первый. Блин, даже не помню, что мы в прошлой серии мы остановились. Потом доктору какую-то помогаем, че не доктору. Вот. Надеюсь, мы скоро пройдем эту игру. Поэтому, Саша, подумай, давайте пройдите обязательно. Прямо 50 куш, прям чипитиков 5 или 50 до первого просмотра. Мы, собственно, начинаем. Погнали к нему. Погнали. The leader hunter I've examined is only resistant to your assimilation abilities. You need to weaken it first. It has two brains and two spinal columns. Break both backs, and it enters a recovery state. During this time, it's vulnerable to consumption. Strange. This almost seems like an adaptation to your methods. Use the leader we've captured. Subdue and consume it. Then find and consume the one who took Dana. It should reveal her location. Mm-hmm. Ой, бля, с ним драться, что ли? Так быстро. Ищем сестру Мерсера. Ищем сестру Мерсера, собственно. Видение зараженных дает вам способность видеть носителя вируса. Да иди на! Носитель вируса... Бля, я тебя ща уебу нахуй, честно тебе говорю. Носитель вируса зараженные пешеходы и военные, которые не знают об этом, их получение приближает вас к обнаружению места, где находится Дана. Угу. Иди нахуй, да-да-да. Ну, блядь. Хорошо. I feel like I'm connecting to something. I'm tuning in. Да ебать, может, ты выйдешь уже? Да ты так. Блять, так. Ну что это за хуйня? Я в ахуе с этой игры. Я честно в ахуе с этой игры. Несколько раз назвал. У, блять, хуй. Спасибо. Maybe Elizabeth Green.
Опа. Это нам нужно. О. Ну того урод, блядь! Бля, я в рот ебал эту игру, честно говорю. Прям базарю, блядь. В рот ебал эту игру, блядь! Блядь, ну что это такое? Почему я не могу нормально выбрать способность? Просто. Так, подожди. Это? Ага, это я понял. Это давай, вот это. Можно выбрать, нет? Ага. Блять, серьезно. Что, разучился, что ли, не играть, блять? Я реально давно не заходил, ребята. Если честно, прям для вас, может быть, это, ну, может быть, пару недель, пару дней не заходил, а я прям давно сюда не заходил, реально. Так, раз, два. Спасибо, долбоёб. И сюда, нахуй, блядь. Спасибо, еблан, блядь. Конченый, нахуй. Блядь, да не заебутся ракетами, правда. Где еще? Вот он, долбоёбик. Все, убегай, убегай. Убегай, 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 убегай. Убегаем, убегаем, убегаем. Сосешь ты хуй. Отсосешь. Писюр, отсосешь, отсосешь. Отсосешь, отсосешь. Изменится. Тихо, 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 тихо. Все. Так, ну, собственно, вот два эти. Три, блядь, смотри их. Так, видение, ага. Видение зараженных полностью открыто. Видение зараженных позволяет вам видеть мир глазами зараженного, чтобы позволять прощать влиять военных и зараженных в городской толпе. Сейчас посмотрим ролик-то. Посмотрим. Первый общий приказ. Сомневаешься в цели на поражение? Второй. Из чески не проходить. Третий. Ничто не должно быть пересечь черту, сэр.
Так. Ебать, что это? Не вижу ничего, блядь, абсолютно. Нам проще будет, да, вот так сделаем. Еще машины ездят, блядь. Чего, блять? А че, нюхом чую, что какие-то данные где-то рядом. Вот и на он, блять. Сосешь нахуй. Где ты, уебан? Наебать! Блять, ну ты меня, Мерсер, бесишь этим нахуй, что ты как уебок себя ведешь. Опять он наверху. И чё, мне за ним бегать, и шо, блять, я не пойму. Да ебать, да ты, сука, мразь нахуй ебаная. Да ебать, блядь. Давай нахуй, иди сюда. Уеба нахуй. Тихо нахуй. Мне он нужен, блядь. Блядь, иди нахуй. Да иди в пизду, блядь, все, отъебись от меня. Мне нужен человек. Нам по-хорошему, очень сильно нужен. Хорош, пойдет. Все, пососи хуйца, блядь. Просто толчком, блядь, кинь. Пиздец. Все, все, успокойтесь. Что-то непонятно, но ладно. Да, она здесь. Подождаю, вам нужно что-нибудь поделать, чтобы пропитать материал. Браво, вам настоящее тяжелое вооружение. Отойдите к линии барьера и ожидайте подкрепления.
Ну, черный этаж еще то, что может ломать ули, воспользуйтесь тем, чтобы добраться до Дана. Проверим. Мариза спины херачит. Ай-яй-яй. Да иди в пизду, блять, все нахуй, отъебись от меня. Так. Продолжаем наш разговор. Все подъезды стадиона, подготовить штурмовые группы 19 марш, 12 стадион. Пизда мы снова. Дождик. Так будет получше, наверное. Let's go. Let's go защищать. That tank is the only way into Green's hive. It's the only way I'm gonna get Dana back. Блять, выпусти меня нахуй. Иди сюда, ёпта,
вот сами справляются даже. Иди нахуй, блядь. Просто голыми руками отхуярили. Нормально. Блять, отстань. Где он? Хуйня. Ух, ебать, смотри, эта критическая масса чисто с кайфом пошла. Бля, уничтожил, да, его? Бля. Вот это прям хорошо было, да? Прям хорошо пошло. Ладно, давай. Давайте, поехали уже, ебать. Иди нахуй. Мальчик, знаешь, что сейчас сделаю? Бля, ну ты долбоёб опять нахуй, или что, блядь? Стал долбоёбом или да, блядь?
Иди сюда, мальчик. Да, можно мне что? Можно мне что-то вот нормально? Сюда. А вот сюда. Поехали. Бан вам. Ёпта. Добрый вечер, нахуй. Главное, танк не задеть. Что, как дела? Хорошо все? Добрый вечер, нахуй. Давай, погнали, блядь, пацаны. Ребята, я вам помогаю, вы меня хуярите. Иди сюда, ёпта. Где он? Где он, блядь? Ёбок нахуй, иди сюда нахуй, алё. Да, иди. О, бля, большой нахуй. Имей дело с тем, кто, с кем имеешь дело, блядь. Плыть его не могу, да? Охуенно. Ну все, в принципе. Осталось только что сделать правильно. Измениться. Кто его хуярит опять? Ну, понять, кто хуярит танк. Кто танк хуярит-то, не помню, блядь. Давай, брат, хуярь. Здесь он по ему почти пизда этому танку, кстати, самое интересное. Отлично, еще один, и доберемся до мамочки. Конечно, навряд ли, но ладно. О, как хорошо, смотри, как восстановил сразу, да? Ой, как в основном пизда придет, сейчас сразу же мгновенная пизда ему придет. Да, вертолет просто сами справляются с этой задачей. Ой, их там трое. Добрый вечер, нахуй, товарищ. Я к вам обращаюсь, блядь, слышь? Где ты, ебан? Иди сюда. Ну, блядь, уебан нахуй, слышь, блядь, ты, блядь. Давай, ебать, алё, я тут нахуй. Вот себя, блядь.
О, как хорошо сейчас будет там. Смотри, как хорошо сейчас будет там. Так хорошо сейчас будет. Алло, добрый вечер. Погнали, погнали сюда, 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 идите ко мне, мои хорошенькие. Я здесь, около вас. Опа, 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 смотри, что могу. Сюда иди. Бан, это красиво, да? Красиво прям. О, как хорошо. Где это, ёбок? Сюда иди, нахуй. Я к тебе обращаюсь, блядь. Мальчик, пошли, 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 пошли за мной. Ну, я тебя спросил, идешь за мной или нет? Ты говоришь, что не хочешь идти со мной. Ну, поэтому тебя и спрашиваю. Как хорошо сразу, да, стало? Как хорошо, да, ребятки? Очень хорошо, очень. Где он? Хорошо, да? Хорошо прям стало. Хорошо прям, да, стало? Хорошо прям. Теперь мне, что ли, скрываться нужно? Не надо прям так. Ну, давай, ладно, скроемся, типа. Что для них так берем? Понк, 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 понк. Все, 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 мальчик. До свидания. Ой. Ну, и, в принципе, это было ожидаемо, слушай. Угу. Да, просто вертолет сам справляется. Так, ну я предлагаю пока идти туда сразу же, да? Сразу туда пойдем с тобой. Эй, ребятки. Добрый вечер, ребята. Я с вами пришел погулять. На, блядь. Бан нахуй. Что ты не... О, какой, какой ты злой. Да, 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 конечно, блядь. Расскажешь мне нахуй, блядь, мальчик. Знаешь, с кем ты связался хоть вообще? Слышь, ёпты. Где он? Где он? Ребят, я здесь вообще-то, если что. Я ну с вами нахожусь. Ой, измениться, вон, блядь, смотри, вон уебан. Эй, уебан. Где я вас не вижу его, блядь? Сюда иди, ёпты. Кто там лезешь, нахуй, а? Так, теперь предлагаю идти вот сразу туда, бля, сейчас их на себя приманивать. Добрый вечер, ребятки. Так, ладно. Вот, ёбок, я вижу. И сюда, ёпта, ты на кого напал-то, блядь, слышь? А, да? Уверен, что ты, блядь, шаришь за эту тему? Это ебан. И сюда, нахуй. Угу.
Ой, блядь, что это нахуй? Ой-ой-ой-ой-ой-ой, сай чё? Ох, ебануто, как сейчас пошло все. Ой, блядь, не туда нахуй. Он на того уебана надо. Да, иди. И, блядь. Сюда, блядь. Что, у меня здесь нет, у меня здесь не видно, если что. Давай, где он там? Стреляю уже, ёпта. Стреляю уже по этому зданию. У нас медянки. Поехали. Да, мужики, давайте не будем, пожалуйста, я вас прошу, блядь. Мужики, давайте не будем, прошу вас. Иди ты нахуй, блядь, тварь ебучая, блядь. Эх, 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 просто езжай, езжай, езжай. Просто, блядь, да ты едь нахуй. Нельзя его проебать, танк, нельзя танк проебать. Ну, где, где, где въезд? Вот он. Да еб... А что за хуйня-то, блядь? Бля, в бордюре застрял или что? Не пойму, чё танк в бордюре застревает? Я просто в ахуе с игры, блядь. Да иди ты нахуй, мужик, блядь. Что за хуета, блядь? Ну? Ёпта, ну? Задание выполнено, наконец-то. Что же на этот раз он скажет? Где она? Она теперь с нами. Кто такая тут потеря? Причина. Чего? Всего. Мне больно. Ну, мы сейчас будем с ней что ли драться? А с ним? Давай.
Подожди, а как его, блядь, чем его нахуй? Ага, да. Вообще похуй, да, ему на это? А чем же его тогда? Вот этим, блядь? О, нихуя. Блядь, долбоёб. Не то. Ой, блядь, долбоебина. Поехали нахуй, чё. Ой, иди нахуй, все, ебись ты меня, не хочу с тобой дружить. Сука ебаная, блядь, слышь, блядь. Да идите нахуй, блядь. А, нихуя ты. Вот так вот умеешь, да? А, да, мальчик. Вот так, значит, да, мы заговорили. Ну, хорошо, хорошо. Тогда, значит, мы заговорили. Хорошо, мальчик. Я тебя услышал. Ба нахуй. Долбоебина. О, ебать. Морпехи вовремя. Сосешь ж ты хуй, блядь. Сосал, долбоеб. А теперь моя нахуй очередь. Охуенно. Пизда-то поиграл. Спасибо нахуй. Значит, его надо не хлыстом. Его точно не хлыстом херачить. Его точно не хлыстом хуярить. Так вот, наверное, вот. Так вот.
Да ебать ваш хуй! Да идите нахуй, бля, зажали меня, долбоебы ебаные, бля. Так вот это мне очень нужно. Идите нахуй. Они просто сжимают, блядь. Не, здесь нужно точно не вот эта хуйня, но, наверное, просто щит нужен. Обычный щит нужен, и все. Я же могу танк взять, чё я туплю, блядь? Давай. Попробуй только отнять, блядь. Ебучий хуйня. Поехали, где этот долбоебик? Спасибо. Я долго восстановился, да? Хорошо, хорошо. Где он, ёпта? Э, ты где? Эбан, ты где? А где он, блядь, сам? Где он сам по себе, ёпта? Лобоёб, ты где, блядь? А вон он. О, как хорошо, да? Хорошо, хорошо, я тебя услышал. Блять, а что за хуйня там? Почему по мне-то палит нахуй? Ну это пиздец, по мне тоже палит, прикинь. Не, надо танки, скорее всего, брать. Надо, скорее всего, танки просто брать и все, и хуярить по нему. Кидо нахуй. Да спасибо, что так анимация долго, блядь. А в ахуе просто, ребят, я в ахуе. Быстрее давай, блядь, чтобы нахуй вот это вот. Можно быстрее, пожалуйста? Хотя бы чуть-чуть. Ребятки, мне нужен танк. Спасибо.
Что это такое сейчас было? Супер охотник, блядь. Где он? Давай, 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 быстрее, 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 мужик. Анимация ебаная, давай. Ну ты долбоеб. Да, тут тем только танком его хуярить. Бля, спасибо нахуй, что меня пол хпшки просто тупо отнял. Давай, 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 мне сюда танк дай. Тупо танком, ребят, только танком. Где нахуй? Где он, блядь? Бля, ну ты долбоебина, что ли, совсем? Так, next танк. Так, next танк забираем. Давай, 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 давай. Главное знать, где он просто, и все. Блять, ну ты долбоебина, блять. Прям чуть-чуть остался, ему прям чуть-чуть. Тоже хуёвый танк. Ну сейчас сразу пиздабли, конечно, но попытаемся хоть что-то сделать. Наконец-то, блять. Такой вот босс, конечно, муторный. Муторный. Несложно, но муторный. Эй, Дана. Случилось? Она без сознания, но состояние стабильное. У нас новые проблемы. Они только что появились. И что на этот раз? Похоже, мне появились планы. Сделал для нее все, что сможешь. Давайте, ребят, продолжим с вами в следующей серии. Мы так сохранимся с вами. Спасибо за просмотр. Такая серия была. Интересная серия, когда босс даже был. Интересно, интересно. Я думаю, скоро финал, кстати. Мне кажется, скоро финал. Поэтому у Саши по-другому не влияет. Поэтому спасибо за просмотр. Ставь лайк, подписывайся на канал. Тебе не сложно, приятно, реально. Это очень реально поддержка. Мне как минимум ваша. Спасибо за то, что это делать. Реально, для меня это очень ценно и очень сильно мотивирует, что делать дальше. Спасибо огромное. Я вас 100-минутное дело. Для меня это огромная мотивация, что делать дальше. Вот. Спасибо еще раз за просмотр. Увидимся в следующих сериях. Давайте.